улица Орловская, дом 25. Говорит, здравствуйте, я подписана на ваш инстаграм. Спасибо вам, мне так приятно. Так на душе хорошо, что вот людям хорошо от того, что я делаю. Ребят, правда, и вот кто-то подумает, что я ради славы все это делаю. Человек говорит, оставайтесь такой же добрый, милый, и делайте свои добрые дела, ни на кого внимания не обращайте, сейчас говорит. Вот, мне так хочется, чтобы все поняли, ребят, не ради славы я этим занимаюсь, да, а ради того, чтобы мы жили по-человечески, понимаете? Чтобы вот каждый, кто видит, как я тружусь, да, как бы задумался, проходя мимо нашего подъезда и вообще любого подъезда, любого места, ну, по улице, чтобы люди не сорили, по возможности не бросали сигареты, окурки. Вот ведь это же вот этот хлам, он же, ну, просто он не радует. Ощущение такое невеселое, когда вот очень много хлама. Вот смотрите, видите, сколько хлама? Собираю я. Холодно продувает позвоночник. Надо все-таки одеваться, пока еще тепленько. Пошла я домой. Ох, какие красивые фильтры валяются. Так, ну лучше бы их не надо бы здесь. Вот. Вот собираю, вот из машины люди выходят, да? И, наверное, не задумываются о том, что здесь вот мы убираем, что здесь мы такую культуру прививаем людям, да? Дети мимо проходят, дети на это смотрят. Вот, потом дети вырастут, и дети будут понимать, что нельзя сорить, что кто-то это убирает, вот. Кто-то наводит порядок возле их дома. И сами они будут наводить и не будут сорить. И мы будем жить, вот понимаете, в прекрасной стране. Неужели наши предки, да, освобождали нашу родину? И вот, что, ну, как сказать, вот, например, побежденные живут лучше, чем победители. Неужели мы не поймем, что наша земля нуждается в том, чтобы мы не гадили на ней и не сорили, чтобы мы ее любили? Вот. И тогда никто к нам не придет, никакой захватчик на такую землю, когда увидишь, что здесь есть хозяева на земле, понимаете? Что люди не гадят ни с собачками, ни сами по себе, а берегут тот уголочек земли, тот край, который Господь им подарил для рождения, да? Я сейчас смотрю, вот наши знакомые, друзья наши, я могу их так называть, они на Мальдивах отдыхают, молодая пара. Красиво, конечно, ой, красиво-то. Но посмотрите, наши же места, да? У кого-то этой красоты нет, которая есть у нас. Она такая неброская русская красота.